Приветствую, молодой человек. Проверим ваше зрение. Что вы видите здесь? Там что-то написано. Так-так. Я выпишу вам очки. Вау, спасибо, доктор. Будьте здоровы. Следующий. Это офтальмолог? О, да, присаживайтесь вот сюда. Сейчас мы проверим зрение. Все ясно? Прописываю вам очки. Вау! Я вижу дальше свои руки! Фантастика! Спасибо! Был рад помочь. Кейт, привет! Фил, у меня теперь очки! Здорово, правда? Ну, нет. Если хотим быть стильными, от очков нужно избавиться. Ты уверен? Снимаем. Ну как? Супер, вау! Что за баловство? Немедленно наденьте очки. Это твои. Пока. Пока, пап. Кейт, детка, ты очки забыла. Спасибо, пап. Кейт, это ты? Привет, Фил. Долой очки. Колледж ждет. Средний шкафчик мой. Вау, открытка. Здесь послание. Никак не разберу. Ты видишь, что здесь написано? Пиши в комментариях. Я здесь подожду. Кто это такой пушистый? Славная собачка. А вот и хозяин. Это подушка. Упс. Спасибо за чай. Последний штрих, и к выходу готово. Осталось только выбрать линзы. Пусть будут фиолетовые. Ай, глаз слезится. Ну вот, макияж испорчен. Вечеринка в разгаре. Кейт так танцевала, что потеряла линзу. Стоп! Не шевелитесь. Где же она? Замрите! Это напоминает игру в кальмара. Стоп! Ни шагу больше. Вот она, моя линза. О нет, теперь ее нужно мыть. Танцуем! Не узнаю этого актера. О, это мультик. Что произошло с моей комнатой? Фу. Ну вот, так лучше. Кейт, она? Или не она? Отсюда не разглядеть. Похоже на Кейт. Узкие глаза? Серьезно? Эй, думаешь, это смешно? О, нет, прошу прощения. Я никого не хотела обидеть. Хватит! Мне пора. Здесь уборка закончена. Швабру заберу позже. Ой, божечки, не может быть! Это Билли Айлиш! Что делать? Нужно подойти. Билли, я уже иду. Привет, я твой фанат. Знаю все твои песни наизусть. Позвони мне, я буду ждать. Со шваброй разговаривает. Она меня поцеловала. О, Билли. Ой, эту щеку я не буду мыть никогда. Тон, румяна. А теперь глаза. Как же неудобно наносить тени.
Эти очки ужасно мешают. А без них ничего не видно. Ну вот. И так каждый раз. Хватит. Думаете, я с вами не справлюсь? Вот так. И макияж готов. Да, вот так. Еще немного, и я пройду этот уровень. Лео, присоединяйся. Привет, Фил. Ты что делаешь? Игра еще не началась. Ты забыл нажать старт. Ха, ну ты даешь. Неловко вышло. А теперь спать. За шторой затаился монстр. Звоню в службу спасения. Я на месте. Офицер, наконец-то. Прошу, скорее. Вон там. Видите? Этот? Не двигаться, вы арестованы. Я заберу его в отделение. Возле своего стола поставлю. Кейт совсем не подготовилась к тесту. У Фила шпаргалка. Ничего не вижу. Где мой бинокль? Все размыто. Нужны очки. Посмотрим. Стекла ужасно грязные. Нужно протереть. Вау, Фил, посмотри. Кейт, твоя юбка. Упс, снова неудача. Я тяжело схожусь с людьми, но ты чудесный слушатель. Кейт, офтальмолог ждет. Я за тобой слежу, парень. Никак не разберу это слово. О, это цифры. Присаживайтесь, прошу вас. Добрый день, мне нужны очки. Выбирайте любые. К примеру, эти. О, нет, точно, моя учительница по физике. А если эти? О, Винградиум. Не стоит. А что вы скажете про эти? Жемчужина моей коллекции. Вау, я знал, что это ваш стиль. Вау, сколько? О, нет, спасибо. Я в старых очках похожу. Поэтому я не ношу очки. Черника – лучшее средство для повышения остроты зрения. Да, вот что мне нужно. Чем больше черники, тем острее зрение. Фил слишком погрузился в фиолетовый мир черники. Кажется, нечто подобное было в Чарли и шоколадная фабрика. Это здесь. Привет. Мы няни. Заходите. Там все, что нужно крошке. Не скучай, мое сокровище. Я скоро вернусь. Ну ладно. Поспи пока здесь. Что за запах? Тебе нужно поменять подгузник. Фил отправился пеленать мешок с мусором. Какая славная малышка. И какая славная собачка. Кейт очень понравилась малышка. И собачка ей тоже очень понравилась. А вот только Кейт не очень видит, где кто. Прошло 3 часа. Где моя малышка? А, собака? Где ребенок? Это возмутительно. Вот ваша крошка. Это была шутка. Бежим, Кейт. Хороших отзывов не ждите. Шеф-повар Фил готовит свои фирменные панкейки. О, да, мука, яйца. Как вкусно. И сахара побольше. Эх, Фил, зря ты не надел очки. Ну-ка. Фу, сколько соли. Лучше воды попью. И для здоровья полезнее. Так дальше нельзя.
Придется надеть очки. И мы станем посмешищем всего колледжа. Восторг! Стильные очки! Супер! Я знал, что мы классная детка. Не стоило прятать очки. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, носишь ли ты очки. И обязательно подписывайся на наш канал. Ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти самое интересное на канале WHOO.